Итак, всем здорово, с вами снова Дим. Пардон, отмена. И мы будем играть. Называется уже... Называется он Пациент, четвертый. Итак, вот у нас закрылись ворота. Давайте немножко сделаем звук потише. Ой, погромче наоборот. А то я вообще ничего не слышу, как я сказал, четвертый эпизод. Где тот школьник, помните? Который был у нас... Блин, надо потратить куда-нибудь эту всю шнягу. Который был у нас в начале, в самом первом эпизоде. Так, если вы еще что-нибудь видел? Типа, кто там? А. Чё ты убегаешь? Чё с проблемой? Чё на меня? Чё ты на меня, а? Чё? Чё, в текстуры? В текстуры? Ну окей, давай, стреляем в текстуры. Я просто в ахере от разработчиков. Так, чё? А, нет, я подумал, вдруг датчик движения. А! Книжечка, дневник. Короче, ладно, если хотите читать, я что-то не хочу. Здесь, по идее, должна быть... здесь, по идее, должно быть, можно прокачаться. Да, слава богу, зеркало. Fuck you. Есть оно, слава богу. Так, 4 патрона, окей. Давайте лучше пистолет возьмем. Давай, все. Ой, сейчас прокачаем, так прокачаем нашего парнишку. Как же это самое, как же этот дробовик не упирается ему в кровать? Интересно, а что вот тут? Что за двери? Нельзя сюда войти? Нет? Жалко. Честно говоря, реально вот этот вот... слушай, может что-то тут... Опа. Пропал доктор, владелец лечебницы. Последний раз его видели, когда он ехал на машине в город. Вот так вот, смотрите-ка. Здесь все серьезно, а здесь что? Лечащий врач вздохнул с облегчением. Пациент психиатрической больницы, пропавший... Во вторник скрывался в фотостудии. На все воля Господа. Так, ну хорошо, насобирали здесь записочки. Вот наша красавица. А, здесь сохраниться можно, окей. Так, ну а мы идем на электрический стул. Сейчас пойдем прокачаемся. Будем четкими пацанами. 10 тысяч у нас есть, слушайте, это нехило, реально нехило. Ой, я просто в предвкушении. Окей, давайте сила лечения, болты, запас, давайте. А давайте оружие. Так. Что у нас тут? Опс, не то. Так, давайте прокачаем время взведения, дальность, время перезарядки. Дальность, время перезарядки. Сколько стоит? 2000. Сила лечения. Давайте здоровье прокачаем, конечно же. Давайте тут и тут сразу... Ой, 5000 стоит. Фак, нет. Давайте ускорение. У рукопашней требуется... Шприцы устанавливают больше здоровья. Так, запас. О, вот это давайте, конечно же, прокачаем. Вот это для начала. Давайте прокачаем болты для агонии, гранаты, шприцы. Давайте шприцы. Не, давайте спички. 500. Окей. Потом прокачаем болты. Конечно, летом. Болты агонии. Взрывной. Качаем. И там... Так, ускорение 3000.
Рукопашную. Окей, давайте. Слушайте, все потратили. Обалденчик. Жаль, что не прокачали дробовик. Да, хер с ним. Запас. Окей, все, отлично. Было 10 тысяч, осталось 200. Да, дольше он бегать может, это хорошо. Окей, все, возвращаемся. Ля-ля-ля-ля. Фью, телепортация. О, доктор. Ёпта, чё пришел? У тебя проблемы? Так, а чё тут? А, скамеечка, окей. О, топорик. Нормально, нормально. Чё там? А, этот пос. Иди сюда. Что там с ним происходит, ёлки-палки, а? Так, как перелезть? Да ш... Вот, всё, нормально. Так, погодите, а здесь никого нету? Давайте всё проверим. Чё, нельзя перепрыгнуть? Говнюки. Что там доктор шастает? Ладно, хер всем, реально, пойдемте в дом. Давайте пока это подожжем. Посмотрим, что тут сейчас будет. Эй, лол, почему не загорелись соседние? А, что, ничего нету? Ну все, уж потратили одну, давайте вторую потратим. Вдруг что-нибудь лежит. Ну вот, сухие, вот если не будет, ничего не будет лежать, это будет реально вот просто обидно. И что? Ничего не лежит? Fuck you. Сучки. Так, а пацанчик, ты где? Я ж тебе помочь хочу, дурень. Дебил. Так. Этот шняга. Меня очень поражает. Как же пацанчик пробегает через эти сраных зомби. Которых я, блин, просто кучу повалил. Вот это меня реально вот поражает и удивляет. Вот патрончики. Ай, фак. Слушай, достал мне этот парнишка. Сейчас у нас ведет какую-то жопу в какие-то катакомбы, блин. А там сейчас какой-нибудь гандонище нас ждет. Еще один, блин. И вот кому придется всем этим мудохаться, блядь? Лабиринт какой-то сраный. Опа, смотрите. Я так понимаю, новое оружие у нас? А, фак. Один патрон, охренеть. Ну ладно, один гарпун, нормально. И две спички. Так, что тут все? Больше ничего нету. Блин, ну я на самом деле надеялся на какое-то новое оружие. Ну ладно, окей. Сейчас у нас вроде нехило такой арсенал. Так, я куда вообще забегал? Так, я отсюда забежал, да. И пошел налево, окей. Пошли за парнигой. Опа. Что там? А, это мы сейчас как раз куда пойдем. Все, понятно. Все ясно с ним. Контрольная точка, друзья мои. Почему здесь в таком красном поганом цвете? О, 6 патронов. Слушайте, не нравится мне это. Патроны мне раздают везде. Чувствую, сейчас что-нибудь сохранилось. Чувствую, сейчас какая-нибудь херня тут будет. Все, нашли пацана. Фак, ну все. Ой-ой, давайте возьмем баночку. Давай, бери банку, елки-палки. Ой, нас увидели, а кто там? О! Чё за дерьмо, а? Давали гниду. Так. Елки-палки, сука, напугала, а? Пусть горит, тварь, а. О, опыт дали, отлично. Косарь, смотрите-ка, нехило так.
Почему не могу двигаться? Что за нахрен? А, вот все нормально. Опа-на, смотрите. 300. Зайдем вдруг до низа. Так, типа максимум, да? А я не понял, а эти куда делись? Что за прикол, чуваки? Ну ладно, суки. Я не понял, завалило? Все из-за этого поганого шкальника, а? Вот это сука, а? Слушай, доставай дробовик и мочи гниду. Так, тихо. Давай дробаш, бери. Давай, бери дробовик. Что за? Fuck you. Сейчас какие-нибудь гниды полезут. Я уверен. Shit. Тихо, мой пистолет. Ёпта. Кто? Что за... У кого-то месячные плохо прошли. Что за херня, а? Я не понимаю, что происходит. Какого вот хера я здесь оказался? Я вообще не понял. Нас там завалило. Хоть гарпун взял. Опа, так, смотрите, тут, оказывается, эта шняга есть. Давайте деактивируем. Деактивируем. Опа, там еще один гарпун я вижу. Отлично. Пополним запас гарпунов. Слушайте, не нравится мне эта херня. Вот честно. Опа, тихо. Так, нельзя здесь деактивировать, надо с другой стороны, понятно. Чтобы не рисковать. А то еще, блин, сдохнем сейчас. Давай, 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 запрыгивай. Оп. Фу, блин, пугаешь, чувак. Я наверх, блин, смотрю, а ты падаешь. Так, я вижу там дверь. Но мы пока не будем отсюда уходить. Нам пока и тут хорошо. Ладно, шучу, нихера нам здесь нехорошо. Нам нужно вот эту шнягу забрать. Фак, 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 сейчас где-то бомбанет. Дверь, окей. Где-то там бомбанул. Ага, вот, вот тут еще. Ну, давайте пойдем деактивируем ее. Опа, смотрите, детальки. Нихера, сразу три. Так, иди, давайте вот эту шнягу. Фак, как же это сделать? Чтобы нас не грохнуло. Твою мать. Сука. Так, вижу, тут датчик еще один есть. Давайте пробежимся вперед. Отлично. И там, я помню, была дверь. Вот это. Вот туда можно зайти. Черт, что здесь, что это за дерьмо? Давай сюда залезем, там наверняка лут какой-нибудь есть. Элитный. Что за херня? Блин. Чё, прикалываетесь? Так, дверь закрылась, окей. Тут еще одна дверка есть, да? А, это не дверка. Слушай, в чем прикол, я не понимаю. Тут даже ничего нету. А, нет, вот эта дверь, я вроде бы... Так, я заходил вот отсюда. Да, я заходил отсюда.
Или нет? Короче, идем. Идем к той белой двери. Задолбался. Так, а здесь что у нас лежит? А, это патрончики, окей. Блин, столько этих самых потратили, фак. Жизни, я имею в виду. Вот что происходит? Ой, пана, нас заметили. Fuck you. Пошел нахер, слушай. Ой, блин, смотри. Ой-ой-ой, они влезают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пошел нахер. Пошел нахер, слушай. Ой, побежал, 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 побежал. Fuck. Что за... Ой. Ой. Ой-ой-ой, побежал, побежал. Fuck you. Давай забираемся сюда. Ой-ой-ой, сейчас бахнет. Давай беги. Да... Что происходит? Что со мной? Ой. Так, тихо, давайте возьмем дробовик. Ну что ж, пришло время покарать вас, суки. Ого, фига себе. Вот это габаритные гниды. Так, тихо. Давай арбалет возьмем. Сейчас взорвется гнида. Чё за... А, это гарпун. Фак. Ой-ой-ой. Так, тихо. Давай с пистолета. Вот так. Ой, фак, побежали гниды. Давай. Ай, сука. Нет, пипец. Фак, 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 фак. Давай, давай, выбирайся отсюда нахрен. Так, давай, дробовик берем. Ой, ёб твою мать. Жир 3 сраный. Ой! Фак, все, это пипец. А нет, у меня совсем мало осталось хп. А, сука. Бежим. Ой, фак, там же еще один. Сучара. Так, что ж делать? Давайте тарахилочку воспользуемся. Так, а что это у нас такое? Ни хрена, ребят. Тут я не понимаю, что это за дерьмо. Да пошел в задницу. Что это такое? Зачем мне это нужно? Фак, ой-ой-ой, бежим, 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 бежим. Что за дерьмище? Так, вот так вот будем бегать, короче. Давайте дробовик возьмем. У нас один патрон остался. Fuck you. Ой-ой-ой. Бегаем от туда-сюда, сука, а. Ну давай. Давай, проверим, кто из тебя, кто из нас сильнее. Чё, ты одна осталась, да? Ну, получай поебальнику. Куда? Куда пошло? Я не понял. Это я тут с тобой разбираюсь. Ой, фак, промазываю, промазываю. Ай, сука. Так нечестно. Давай, все, рукопашно. Давай, кто кого? На, получай по ебальнику. Фуф, блин. Еле отбились, а все жесть. Не, ну у нас есть хп, блин, но это по моей глупости тут все. Патроны, давайте всех сожжем нахрен. Еще патроны. О, хилочка, отлично. Давайте воспользуемся ей. Все равно, рано или поздно нам предстоит воспользоваться ею. Так что давайте лучше сейчас. Пока вроде как чисто, спокойно все. Окей, все, перезарядились, отлично. Ой, чё за дерьмище, а? Так. Все, вроде из них ничего не вылезает. Ой, слушайте, от огня тоже толстяки еще наваляли. А, тут же, смотрите, еще куча этих всяких вывалилось. Давайте проверим, что-то у него есть. Там, я помню, в каком-то месте вывалил статуэтку, можно ее вроде как взять. Да фак. Так, все, хрен с ним, статуэткой, с этой сраной. Ага, вот тут вот, вот я помню. Вот здесь вот куча полегло. Наверняка... О, хилочка, отлично, не зря пришел.
Ну, эту хилочку мы уж потом истратим. Так, патрончики. Помню, тут еще пару толстячков вывалилось. Ух ты, гранатка. Супер. Все вроде бы. Теперь можно со спокойной душой идти. Вроде как, да, давайте посмотрим еще раз. Вроде все. Да, все собрал, блин, из этого миссию надо быстрее вылезать. И побежали к той двери. Пациент херов, а. Все, дверь. Слава богу. Контрольная точка, друзья мои. Надеюсь, никто нас пугать тут не будет. Никакая гнида, да? Фу. Давайте пойдем по добру, по здорову отсюда. Че ты встал-то? Типа закрыто, да? Че ты тут мне намекаешь? Типа выбить надо ее? Блин, ладно, никак ее не откроешь. Черт бы ее драл. А, ребятки, я понял. Помните? В прошлой миссии там стоял сундук. Ой, ёпта. Надеюсь, это не наш пациент. Хотя мне вообще насрать. Помните там, вот где этот... с бензопилой вылезал свои задницы, где он там был прикован цепями. Кстати, мне еще интересно, кто его туда... кто приковал его, кто смог. Там стоял сундук. Вот как раз-таки... Что за нахрен? Что за пиздец? Ёб твою! Ёб твою! Бежим, 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 бежим! Ай, сука! Что это за кусок дерьма, ёпта? Fuck you! Бежим, беги, 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 беги! Fuck! Да вали, вали гниду уже! Тихо! Ой! Так, дробовик... А, нету ничего. Фак. Вали, сучар! Ой! Сука. Что это за дерьмо? Объясните мне! А-а-а! Фак ю. Не дело так, да? Ой. Пациент херов. Может, я с гарпуна попробовать? Да я не успею, реально. Там вот, смотрите, там по-любому надо стрельнуть, если попадешь, то из гарпуна. Если тут гарпун, а у меня вообще пуздуй. Использую установить быстрый доступ. Блин, с дробовик вообще пустой. Это реально херово. Так, а у нас есть какой? Вот, вот этот болт мне нужен. Давай, сделали болт. Как раз таки, смотрите, сейчас вот, вот, вот так вот сделаем. Вот так вот. Что за... Бля. Где дробы сраный? Гарпун. Давайте сделаем быстрый доступ. Опа. Так, у нас болт. Все, отлично. Так, все, она сейчас полезет. И мы ее как раз таки грохнем. Фак, это пипец. Ну что ж, ребятки, вы готовы? Ну чё, вылезай. Давай, 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 вылезай, сука. Какого хера? Ой, беги, 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 беги! А-а-а! Не убил, сука, а? Фак ю, беги, 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 беги. Суки, суки. О, блин, она рядом. Ой, твою мать. Фак, фак, фак. Ой. Блин, мы ее реально нормально покоцали. Сука, убила, а? Как же ее пройти-то, а? Пациент херов. Есть, конечно, вариант... Ой, аж спина затекла. Ой. Есть, конечно, вариант попробовать отбежать назад, может быть. Но тогда мы по кругу не сможем так бегать.
Херово. Блин, она реально мощная. Это типа такой приговор, все. Слушайте, я не понимаю, куда мы вообще попали. Другой болт сделать. Окей. Так. Вот так и вот так. Окей. Все, побежали. Лучше выключить, а то еще хер его знает, что произойдет. Погодите, как бежать-то? А, вот наверное один, что-то я забыл. Давайте пусть восстановится. Восстановится наш бег. Так, ну что ж, друзья мои, готовы? А я вообще нихера не готов. Вали гниду. Я вообще похер, мне кажется. Ой, беги, 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 чел, беги, беги. Фак. Давай, давай, давай. Главное вот так вот по боку просто бегать и все, все будет нормально. О, мы почти свалили. Давай, перезарядочка. Ой, ой, беги. Ой, фак. Фак ю, бич. Сука, 5 патронов осталось. А-за-за-за-за-за-за-за. Фак ю, фак, фак, фак. 2 патрона. Шит. Что ж делать, что ж делать? Фак, 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 фак. Я вообще не знаю, что делать. Так, у нас вообще все на нуле. А, у нас граната еще осталась. Так, давайте пробежимся вот так вот. И закинем, сука, эту гранату. Пососи херца. Я убил сам себя. Это просто нонсенс. Ай, сука. Что ж делать, я не знаю. Ой! Давай, 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 с руки ее, с руки. С вертухана. Ай, поймала все-таки, гнида. И вообще, возможно, убить или нет. Короче, давайте, знаете, как сделаем? У меня же граната есть. Я понял, нужно... Смотрите, когда она будет есть, мы должны будем сбежать в эту комнату. И попробуем так, смотрите. То есть мы сейчас ее закидываем. Нет, мы просто ее видим и бежим. Все, точно. Так, а пока я сделаю болт. Разрывной. Да, сделали. И у нас есть одна граната. Давайте гранат поставим. Устранить быстрый доступ. Давайте нам вот так вот, отлично. Фу, блин, Атас, сука. Фу, блин, как же эту херню-то пройти, а? Так, ну что, наготове? Бежим, 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 бежим. Давайте пробежимся. Значит, прогулочка. Быстрая прогулочка. Эй, лол, какого хера? Какого хера? Какого хера не открывается дверь? Сука. Фак. Беги. Беги, 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 Форест, бери, беги. Эту суку не завалишь ни хера. Ой, смотрите, сколько всего. Опа, надо нажать, нажать. Да, да, соси хер. Слушайте, мне кажется, сейчас ни хера не выдержит. Вам тоже так кажется, да? Что это дерьмо ни хера не выдержит. Так, что ж делать, что ж делать? Давайте прежде заш... О, вот сюда надо лезть, все, я понял, фак. Лезем, 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 лезем. Давай, 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 полезли, 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 сука. Так, давай, пониже. Давай, отключаем. Давай, 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 беги. Фак, что ж делать? Вот пусть она там взорвется.
Так, давай. О, да. О, да, кстати, мы опять на каком-то лифте. Слушайте, как оно не взорвалось, я вообще не понял. Фу, погоня, погоня, погоня. Фак. Сука! Ой, блядь. Заебало. Где? Давай, выноси дверь. Слушайте, я не понял, как она? Ёпта, ну вы что, прикалываетесь, что ли? Я не пойму. Беги. Давай. О, хорош. Все, никак эта гнида не пролезет. Ну что, ну? Блин, на дробовик, окей. Давай, все, нахер тоже сваливаем. Так, давайте посмотрим, что там с дробовиком. Давай, пусть перезарядится. Фу, пипец, да уж. What the fuck? Да не, вообще похер. Ой, пацанчик, что сделаю? Что за бред, я не понял. И что, не говорит, что я только вот с самого какой-то жопы начну сейчас? Шит, давай нормально, только пусть все будет. Что это все время в ушах, какое-то дерьмо? А, это, наверное, мой телефон. Надо убрать его. А, нет, вот с того момента. Окей. Так, ну что, появляйся. А, нет, не тут ты поешь, все. Вот тут вот. Нет, не тут. А где? А, вот тут точно. Слушай, вам пора идти. Мне так показалось, что мамка зовет. Шит, он идет сюда. И чё делать, я не понял. А давайте здесь пусть он. Ну охереть не встать, слушайте. Я поплыл, да? Все, я полетел. Охереть. Да человек бы уже сдох, блин. Ой, чувак. Да, вот такого вот видео, да? Вот так. Я просто в ахере. Эпизод 4 пройден, друзья мои. Ну что ж, я да хочу вас поздравить. Мы с вами прошли. Мадфака. Да уж, вот эта гнида еще та была, суки, да? Давайте сохранимся. Ну что, ты вот, да, вот мой палец даже попал в объектив. Ты должен поставить лайк сейчас. Вот ставь лайк, давай. Я вижу все, ставь лайк. Палец вверх. Большой вверх, а не вниз. Комментируй и подписывайся на канал. А с вами был Диман, как я уже сказал. Это был 4-й эпизод. Пациент, всем пока!